В Беларуси впервые отмечают День Отца. Новый праздник призван подчеркнуть, семья состоит из союза мужчины и женщины. Именно поэтому он проходит в рамках недели родительской любви. Также есть представители сильного пола, которые самостоятельно воспитывают детей. Они заслуживают особого внимания. В Беларуси 24 числа начнется отправка призывников на срочную военную службу. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируют направить около 10 тысяч человек. Присягу новобранцы примут 19 ноября. В стране вступает в действие новая система регулирования стоимости на товары. Под контролем более 90% продукции. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Повышение отпускных цен допустимо только по согласованию с госорганами. Исключение – алкоголь, табак, лекарства и топливо. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Параллельно прививают и против гриппа. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. БелЖД внедряет новую форму квитков. Билеты планируют печатать на термобумаге. Проездной документ защитят двухмерным кодом. Также на нем пропишут индивидуальный шифр. Плюс по желанию пассажиров оформление может быть на русском или белорусском. Вводить изменения будут постепенно.